удар я парирую и сразу могу нанести удар. Это в том случае, если он этот удар не подготовил, то есть он просто бьет. А он же может ударить, он попробует парировать. Может ему ягоду атаковать. То есть видите, у него же палка в руках. Откуда я знаю, с какой стороны я буду бить? Я не все, смотри. Откуда он знает, какой? У меня же два конца. Я же могу его качать. То есть я замахнулся этим, а ударил этим. Поэтому мне как бы видится, что это можно делать, но это надо, ну как бы, чтобы у человека, ну, до автоматизма, до какого-то было отработано это движение. Потому что здесь очень хорошо, снимать его и бить дальше удобно, если мы держим. Но тогда надо фиксировать руку противника. Читенько, ке адар ману до мяпонете и пес голпа. Не есте, не свесион, есте техника буэнрелиса. Тогда нужно фиксировать руку противника. Или отталкивать ее настолько далеко, чтобы он попал на вот этот встречный удар. Джупедо, адар ману до мяпонете, о джупедо эмпухар. И в обратную сторону точно так же. Если я бью, то бью сразу в одно движение слитное.